Приветствую вас, Светлана. Мне вот интересно стало, если кто-то из коллег, в том числе и я, сказали бы вам, что дело действительно вот, либо во вредном характере, либо в психическом расстройстве, вы бы как отнеслись бы к этому? Ну, то есть вы приняли бы это? Приняли бы такую позицию? Или нет? То есть, что я хочу сказать вам? Вот, получив ответ на свой вопрос, вот получив прям вот прямой ответ на свой вопрос, да, что вы дальше с этим будете делать? Что вы дальше с этим могли бы сделать? Что бы вы хотели с этим сделать дальше? Потому что, понимаете, в чем суть? В том, что ответ на вопрос ничего вам не даст. И не решит проблему. Потому что решение проблемы зависит прямо от того, чего вы хотите. Решение проблемы зависит прямо от того, что вам нужно. Решение проблемы зависит прямо от того, к чему вы стремитесь. Решение проблемы зависит от того, какой у вас запрос к психологу, что вы хотите в себе поменять. Вот это является действительно важной историей. А дело ли в плохом характере, во вредном, или в психическом расстройстве, не столь важно. Потому что я уверен, Светлана, что вы знаете, что никакого психического расстройства у вас нет. Вы допускаете, что все дело в том, как вы реагируете. Вы это допускаете. И, на мой взгляд, это здорово, что вы допускаете. На мой взгляд, при всем том, как вы относитесь к людям, как вы относитесь к конфликтам, очень здорово, что вы сохраняете тот уровень критического мышления, чтобы понимать, что проблема есть у вас. А значит, Светлана, есть все шансы на то, чтобы ситуацию исправить. Да, формально, можно сказать, что причина вашего поведения в вредном характере. Но давайте подумаем вот о чем. Давайте подумаем о том, что из себя представляет характер как таковой. Что это такое? Что такое характер? Характер – это ряд поведенческих установок, поведенческих паттернов, которые человеком, в данном случае вами, используются в типичных, по его мнению, ситуациях. У вас в результате определенного опыта сложились такие вот паттерны поведения, при которых вы реагируете
не совсем позитивно, да? Что приводит к, не к затуханию конфликта, а наоборот, к его развиванию. И на мой взгляд, ситуацию можно исправить. Можно исправить ситуацию, например, разобрав, почему вы не любите людей, в чем вы видите угрозы людей в себе для вас, и так, ну и так далее. Вот разобравшись с этим, вполне можно было бы двигаться дальше. Вы пишете, что некоторые действия людей вас раздражают. Я вот сейчас открою ваш текст. Значит, вот вы пишете, что когда назревают небольшой спор, я чувствую, как у меня все закипает внутренний. То есть спор воспринимается вами как что-то, что вас задевает. Спор воспринимается вами как что-то, что вас напрягает. Ну, давайте разберемся. Почему вы в людях и в споре видите угрозу для себя? В чем она, эта угроза, проявляется? Как она, эта угроза, задевает лично вас? Ибо человеческие отношения устроены так, что будь вам плевать на людей, как вы, ну, косвенно, отчасти косвенно пытаетесь продемонстрировать нам, вам было бы все равно на то, что они говорят, и на то, что они делают. Но вам не все равно на людей. Они вас волнуют, они вас беспокоят. Скорее всего, вы чего-то от них хотите. Скорее всего, вы чего-то от них ожидаете. Например, вы ожидаете того, что они не будут лезть к вам с советами и рекомендациями. Например, вы ожидаете, что они будут с вами соглашаться на постоянной основе. У меня вопрос. Почему? У меня вопрос. Откуда у вас подобные ожидания? На чем они основаны? И какие желания лежат в основе этих самых, ну вот, потребностей, того, что вы ждете от людей. Вот на эти вопросы вам, Светлана, нужно ответить. Что касается того, что вы притягиваете к себе неприятные ситуации, здесь я мог бы сказать примерно следующее. Абсолютно любая ситуация, которая происходит в жизни, даже самая хорошая, может быть воспринята как негативная. И, ну, все зависит от исключительно отношения к этому. И не вы притягиваете неприятные ситуации, а у вас есть негативная установка, которая в том числе определяет характер. И эта негативная установка, негативная основа для восприятия ситуации и создает такую вот такую видимость, что вы притягиваете ее. Хотя на самом деле ваше внимание просто много привлекает, вас много задевает. Чем больше человека задевает вещей, тем более неприятными ему кажутся ситуации.
Хотя сами по себе ситуации достаточно, ну, они однообразные, да, они ничем не отличаются друг от друга, в принципе. Конечно, бывает такое поведение человека, ну, вызывающее, бывает. Бывает вызывающее поведение, бывает провоцирующее поведение, и, может быть, кого-то провоцируете даже вы, ну, осознанно, неосознанно, неважно. Возможно, такая история. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что вы опять же готовы с этим делать. Если вы как-то ведете себя по отношению к людям, то у этого есть цель. И без разницы, что эта цель не оправдывает себя. Без разницы, что вы не можете достичь цели. Вас это не волнует. Вам снова и снова кажется, что в следующий раз уж точно я своего добьюсь. Уж в следующий раз люди не будут лезть ко мне с советами, рекомендациями. Уж в следующий раз спора не будет. Но это происходит. Почему? Потому что вы не понимаете людей. То есть вот сама негативная ситуация, не факт того, что кто-то лезет к вам, а именно сама негативная ситуация происходит потому, что, во-первых, вы не понимаете людей, и, во-вторых, вы не понимаете себя. И понять себя для начала, свои желания, свои потребности, взять на себя ответственность за те конфликты, в первую очередь, которые у вас есть, и сделать шаги к их разрешению, станет путем к тому, чтобы понять других людей. А понять других людей вы не будете конфликтовать, потому что вы увидите, что никто не хочет вам зла. Вот именно вам зла. Никто не хочет зла. И даже когда люди спорят, даже когда люди советуют, когда люди ссорятся, и даже когда они бьют друг друга, а иногда и убивают, они не хотят друг другу зла. У них нет злых помыслов. Люди твердо убеждены в том, что они делают что-то хорошее. Ну, максимум, что бывает, это когда человек считает, что он сделал что-то плохое, но то хорошее, что содержится в поступке его, оно превалирует над негативным. На этом все, Светлана. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был болезнен вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.